Ну вот, час от часу не легче. Объект между Юрмала-Сгатве и там железнодорожная станция Иманта. Довольно известное место. Вот это вот то ли школа, то ли училище тут какое-то. А там за ним магазин Круза. Вот такой гроб. Ну, вообще-то я не ожидал. Самое интересное, что периодически, вдруг ни с того ни с сего, дымовая завеса. Трактор идет в разнос. Дымовуха такая, что здесь вообще ничего не видно. У меня башка болит. Не знаю, табличку эту смотреть. Да, в принципе, нафиг оно нужно. С прошлого века какого-то там. Липхер этот. Эти липхеры, я не знаю, их, наверное, как-то на какой-то распродаже купили. Неимоверное количество. Вот они до сих пор еще здесь. Уже давным-давно бы гвозди из него сделать бы не помешало. Еще сегодня задрал это лобовое окно туда. Оно мне на голову. Как? Я думал, у меня мозги по кабине разлетятся. Масло везде. По кругу, по колесам, повсюду. Эти все ржут. Ну а что делать? Сказал, позвонил, сказал, не буду нафиг. Пусть ищет другого. Сколько можно? О, свое рыло покажу. Мне уже 50 лет на днях будет. 48. А я все с этих гробов не могу слезть. Кстати, вонь какая-то, как будто здесь свиноферма где-то была. Фу. Еще стабилизаторы не работают. Чуть не перевернул его несколько раз. Что тут будет, не знаю. Короче, такая фигня. Кому надо, вот. Деньги хорошие платят. Но не могу. Страшно мне уже вдруг стало. Все, спасибо.